Продолжаем движение. 51 день маршрута, 522 серия движения на запад в сторону Крыма, участок Владивосток-Крым. Буквально несколько слов о месте привала, о стоянке. Мне очень понравилось, несмотря на то, что рядом проходит трасса. Шума я почему-то не слышал, но, наверное, уставший был. Тут же заправочная станция и два кафе. Персонал очень уважительный, душевный. Мне понравилось. Тут я купил несколько банок меда. Ну, цена невысокая. Этим воспользовался. Ночью мне позвонили, увидели, что я проехал поворот на Оренбург, и попросили вернуться, проехать через город. В городе проживает один из подписчиков «Видеодорог России». Логин не помню, но мне сказали, что... В общем, маршрут изменился. Я хотел узнать номер телефона, узнать улицу, где живет подписчик, чтобы проехать. И его улица попала на видео, попала в кадры. К сожалению, номер телефона узнать не удалось, поэтому доехал до центра, и уже из центра... Это уже будет в других сериях. Так, еще что... Значит, возвращаться стал не по М5 до поворота на Оренбург, а решил проехать по дороге местного значения. Ну что, с Богом. Значит, это движение по этой дороге напомнило мне движение по трассе Р-504. Такая же тряска, вот такие же колдобины. Но, думаю, зимой гораздо лучше, потому что снег сравнивает эти ямки, движение более-менее мягкое, но тем не менее дорога требует серьезного капитального ремонта. Забыл добавить в этой серии движение по вот по дороге, значит, попадет в кадры. В объектив попадет, я не знаю точно, дрофа или тетерев, который будет какое-то время сопровождать машину. Сначала он взлетит, уйдет в сторону, но проехав немного, снова выйдет на трассу и, пролетев несколько метров, снова сядет на землю. И так несколько раз. Но он типа навигатора, что ли, был у меня. Так вот посмеялся немного. Это где-то в заключительной части, наверное, третья часть. Когда третья часть останется в видео, примерно так. Точно время не назову. Вот теперь все. Зараза!
что ж такое, а? Блин такой. Даже на пустом месте, блин, проблемы. Хорошо.
просто обалдела.
дорогу показывает. Вот он, навигатор.